Но есть одно правило: каждый человек достоин уважения. Есть хорошее выражение, которое запомнилось мне еще в детстве. Если ты не можешь сказать ничего хорошего, лучше вообще не говори. Вокруг так много людей, и все мы разные. Из разных семей, по-разному воспитаны, но не используй зло против зла. Нам важно понимать, что главное — быть добрым.